Добрый день, дорогие друзья! Снова в эфире, как всегда, первый выпуск вашей любимой программы «Шит Парад». И я лучший ведущий мирового телевидения «Осел». Снова я не смог пройти мимо пахучих куч, в которых лежат клипы, не попадающие в эфир по тем или иным причинам. В наш эфир они попадают. Вот что вы сегодня увидите. Яковлев с песенкой «Достала школа». Сергей Жуков в нашей новой рубрике «Мысли вслух» с песней «Капают слезы». Макси с песней «Денег в кармане нет». А чем же у бизнес полез, спрашивается. И Гамзат Исаев и группа FMC с дагестанским рэпом в рубрике «О, как это должно быть». Ну а сейчас, не откладывая, как я это обычно делаю с вибратором, в долгий ящик, представляйся, вот он засмеялся своим роскошным смехом. Фундаментально приготовились. Да, красавец. Представляй. Сейчас. Атар Кушанашвили. Я его называю человек шоу-бизнеса. Это квинтэссенция нашего шоу. Да это, собственно, он и есть. Не было бы его, не было бы шоу-бизнеса. Хорошо я тебе представил? Веселый грузин. Это я вам аплодирую, осел, не себе. Я тебе аплодирую. Я вам аплодирую, осел. Мужчина с рогом. Я имею в виду рог с вином. Вот ты видишь, ты самый осведомленный осел. Конечно. Не просто на MTV, на территории земного fucking шара. Fucking шара? Да. Это так называют, я думаю, наши футболисты мяч. Куда этот fucking шар опять покатился? Опять не туда. Это лучший персонаж на ТВ. Пусть меня услышит сейчас даже сам Владимир, мать его, Познер. Осел! Вот это наше ТВ. Я тебе подобрал сегодня, специально для тебя готовился. Говнецо? Ох, отборное редкостное, говнецо. Редкостное говнецо. Для начала мы послушаем Яковлева с песней «Достала школа». Ага. Это такой, знаешь ли, школьный шансон в гламурной упаковочке. Так. О жизни простых школьников, которые расслабляются в джакузи. За партой в классе, а девчонки губы красят, и училка что-то говорит. Все по девушке понятно, все по девушке, девушка, девушка. Сейчас определяю стоимость девушки, что тебе сказать, как специалист. Во-первых, вот обрати внимание, сейчас будет прям практически с первых кадров. Вот такая женщина с разорванным кровавым ртом. Я смотрел это антиголливудское кино где-то. Да. Оно вот уже было в обороте каких-то каналов. Я не сомневаюсь в этом, значит, это говно показывает много где. Ну и у нас, конечно. Это называется в ваших ослиных газетах так. Пубертатный период. Вот когда парень это уже когда за 40. Чить уже хочется, а на что еще не понимаешь? Ему уже за 40. Так. Он старше Моны Мордюковой. Так. А IQ Юра Шатунов образца 1902 года. Ты считаешь, что с тех пор Юра Шатунов IQ сильно изменился? Сильно изменился. Он Серьезно? Общается со мной, с грузинским ослом. А, понял. Ну, вот на один, на один, на один. Я тебя понял, Юра, извини. Один наушник в ухе, MP3-шный плеер в рюкзаке. В школе детства мы отдали, сколько лет с тобой мечтали. Вот в припеве, обрати внимание. Достала родная школа, прощайте навсегда учителя. У меня такое впечатление, что это какая-то угроза. Кому мне кажется, он может закладывать бомбу под школу? Послушай, осел. Да. Ну кому он может угрожать? Ну, посмотри на паренька. Ему 40. Кому он может? Мало того, что 40. Есть такая категория русско-грузинская, казахская. Он совсем не грузин. Кто? Мальчик. Яковлев. В шит-параде вы находите баратынских, петровских, старый. Вот за твое умение находить вот эти перлы. Спасибо. Я тебя люблю, и твой ирокез отдельно взятый, в особенности. Достала ла-ла-ла, родная школа, ла-ла-ла. И
и гей у них есть, и свинья. Прекрасный класс. А все, какой, что нужно, какой реальный контекст? Должна быть свинья, поскольку мы живем в 2007. Обязательно. Да? Обязательно слово «я слезаю с корабля» ради того, чтобы громко сказать в конце. А это Джек Николсон из фильма «Отступники», новый фильм Мартина Скорсезе. Вот этот обязательно, скорюженный, да? Похожий на твою. Я бы снялся, кстати, в этом фильме. Итак, это был клип «Яковлева достала школа», а мы переходим к нашей новой, непостоянной рубрике под названием «Мысли вслух». Как вы часто замечали, песня не имеет никакого отношения к тому, что происходит в клипе. Так. И мы подумали, обидно же тем, кто снимается в клипе, ведь клип — это маленький фильм. Так. А он теряется за смыслом и бессмыслицей песни. Так. Поэтому мы решили приглушать звуковую дорожку и озвучивать истинные мысли героев клипа. Кто будет за героем сейчас? Сейчас пока буду временно я. Но, внимание на экран, я объявляю конкурс. Дорогие друзья, вы сами в домашних условиях можете делать абсолютно то же самое. Берите песни, которые вам нравятся, которые вы считаете достойными шит-парада, и накладывайте на них мысли героев. Когда будет уже Жуков, скажи мне? Сейчас, когда сейчас. Прямо Жуков? Ты просто чувствуешь когда его, да? Ты его чувствуешь. Жуков? Давай, потом нас сами потрымся, как чукчи. Итак, Сергей Жуков с песней «Вкакают слезы». Это история про простого российского паренька. Ты чайник выключил? Что? Подожди, тут какой-то гоблин поет. Нельзя потише, не слышно. Я спрашиваю, ты чайник выключил? Слушай, ты дома, сходи на кухню и посмотри. Нет, мы договорились, я рожаю детей, ты выключаешь чайник. Ну почему? Она дома, а я черти где. Я должен бежать домой, выключать чайник, хотя мог бы остаться здесь и заслушать песню. Буль-буль. Что? Аля, слушай, оторви свою жопу и сходи на кухню. Нет, это ты оторви свою жопу от стула, беги домой, посмотри, как там чайник. И поторопись, если вода уже выкипела, недалеко до беды. Не кипятись. Ты еще издеваешься? Алло. Зачем смотрю на телефон? Ах да, это product placement. Я сейчас угорю. Я выключил чайник или нет? Надо проверить. Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая. Ты чего как угорелый? Чайник забыл выключить. А я думала утюг. Больно, наверное? А ты как думал? Дурацкий чайник. Выключил его я или нет? Почему я не в кедах? Я же звезда танцпола 1 и 2. Я один звезда танцпола 2. Интересно, я похож на Карла Льюиса или Бена Джонсона? И вообще, кто это такие? Почему Олимпиада в Сочи 2014 года зимняя? Я бы запросто взял золото в беге. Цель вижу, в себя верю. Симпатичный. Кроссапчик. Мне еще петь и петь. Ладно. Пока этот дурачок бежал, я приехал к нему домой на машине и уже выключил его чайник. Два раза. Видите, она устала и спит. Нелегко, нелегко. Нежно вытру слезы с глаз твоих. Обниму к себе, прижму тебя. Счастье на двоих. Я вернусь. Жди меня. Какой омерзительный рингтон. Да-да, у меня такой же. Я буду рядом, я буду рядом. Беги, Форрест, беги! Это напрасно, это напрасно. Мама, почему этот дядя так смешно бежит? Потому что он не бегун, а танцор. Где я? Понаехала. Чё я бегу, как дурак? Надо машину остановить. Где тут ближайшая парковка? Так, это говно какое-то старое. О, Порш, подойдет. Подожди, я же хотел остановить машину. Зачем я бегу от нее? Стой, автолюбитель, стой! Капают слезы мне на ладони. Плакать не надо, плакать не надо. Я не исчезну, не уеду. Я буду рядом, я буду рядом. Не разлучат снегопад и вьюга. Это напрасно, это напрасно. Я никогда тебя не знаю.
что мы делаем в клипе про чайник. Это такой режиссерский ход. Ну и в чем смысл? Ну, понимаешь, ну типа ты невеста в белом и символизируешь накид. Бред, это тупее, я еще не слышала. Ты еще послушай песню «Капают слезы». Извини, опоздал, бегал домой, выключи чайник. Кому домой? Об этом в следующей песне. Итак, это Атар Кушанашвили, бьющийся в экстазе после клипа Сергея Жукова. Спасибо тебе, столько радости, да столько нет. радости. Сейчас мы на несколько минут прервемся, сразу после рекламы Макси, или Макси, не знаю, как его зовут, не с песней «Денег в кармане нет», и Гамзат Исаев и группа FMC с дагестанским рэпом. Но сейчас время заработать бабло. О! Реклама! Реклама! Вот и закончилась короткая кунилингус с шершавым MTV языком стала реклама. Богаче, а мы с тобой. MTV стала богаче, а мы Хрена с тобой. Хрена лысого. Нам с тобой с этого, кроме удовольствия, никакого удовольствия. Знаешь, вот я получу у тебя в гостях и так получаю удовольствие море. Спасибо тебе. Я тоже получаю удовольствие от того, что ты Не здесь. Не все измеряется баблосом. Согласен. Кое-что измеряется долларами. Да, и в лари. Вы продолжаете смотреть шит-парад. Я осел, у меня в гостях Атар Кушанашвили. И мы смотрим очередной замечательный клип мальчика по имени то ли Макси, то ли Макси, не знаю, не прислал нам ударение. Ага. Давай звать его Максимка. Еще хорошая русская щит-парад. Песня «Денег в кармане нет». Это такой дорогой закос под Элвиса. Впрочем, если бы Элвис это увидел, он бы в гробу не перевернулся, потому что переворачиваться тут, в общем-то, нечего. Так называется песня? Серьезно? Да, песня называется «Денег в кармане нет». Про нас с тобой. Ну все. Давайте посмотрим. По роже. Будут целовать экран. Будут? Ну, имеешь в виду девчонки из Челябинска, из Саратова, так из Самары. Так называемые зрительницы. Вот смех смехом, будут целовать экран. Потому что паренек целует пупс такой. Хороший. Вот, да, сладенький. Вот да? Точное это именно слово. Это слово. Сладенький. Слово. И главное, слушай, смотри, к музыке придраться практически невозможно. А там ничего не придерешься. Вот украдена. К композе тем более не придерешься. Конечно, там выйдешь, там будет только смотри. Борис Моисеев поработать. Пошел казино, хотел развеяться, устал. Сначала было в жилу, ну а потом попал. Девчонки симпатичные решили мне помочь. Вместе мы колбасились почти всю ночь. Денег в кармане нет. Я не расслышал из этого текста, посвященного светлой памяти Иосифа Бродского. Так, так. Деньги ему нахуй нужны. Вот я не понял благородной вот цели. Для этого. Этому, для чего для этого? Он, как утверждает в этой песне, все деньги спускает на друзей. Я тебе скажу больше. Он такой щедрый паренек типа, такой. Да. Но вот смотри, как себя ведут его друзья. Такой впечатление, что он покупает лизергиновую кислоту на все бабло. И эти друзья просто колотят башками об капусту. Но не могу понять его. Мне для друзей не жалко ничего. И пусть денег в кармане нет. А, кстати, песня-то, я тебе скажу, не очень хорошая с точки зрения наркотиков. Почему? Я бы обратил внимание родителей. Смотри, какой текст. Сначала было в жилу, так. Ну а потом попал. То есть сначала он попадал в жилу, что, конечно, не приводит к никаким результатам. Да. А потом попал, то есть понятно, что понятно. И в мену, очевидно. Нет, ну вот это вот это, конечно. Вот согласен? Это, вот это ранний Валера Меладзе, когда еще не было в профиле вот этого. А денег в кармане нету. Денег в кармане нет. Так. Надо добыть монет. Так для этого есть один способ. Так. Сделать тебе минет. Правильно. А? Ты знаешь. Старичок. После эфира получишь денег. Что значит? Ну что ж, а сейчас наша очередная непостоянная рубрика под названием «О, как это должно быть», в котором мы показываем низкобюджетные, самодельные, как правило, клипы, но, сейчас я это подчеркиваю, они мне нравятся, они сделаны с большой душой, и они доказывают, что даже дома, если человек талантливый и искренний, так. можно сделать качественную, хорошую работу. Чтобы осел о ком-то отозвался хорошо,
произошло невероятное. Я очень объективный человек, в смысле осел. Послушай. Шаймун балагуль геч у дида берцина подруга, теперь не жир речит, а ты в бешен хасия бугут. Эй, сиз, адамлар нецис, халны юхламага коймай сиз. Шаймун балагуль геч у дида берцина подруга, теперь не жир речит, а ты в бешен хасия бугут. Ты чё ли смотришь сюда, я тебя не знаю, если будешь докопаться без лопаты, закопай. Мы простые пацани и никуда не лезем, когда хотим везде понты на тачках тоже ездим. Гюльмет красавчик записал это музон отличный, теперь жизнь заняться чем фальшивым, но приличным. Ходить нам надоело по всякие улицы, теперь бродяги разные по кабакам тусуются. Абизи жорхалару, но жода бичуна, родится бицена история про наша территория. Меня спросили пацаны, ну чё Шома, ты дома? Вы чё гоните, братва? Я же на районе. Ладно, Эля здесь хабарит и ходу базарит. Еще хораунна нижей, хаб забор покрасить. Хаптик скуаль бугу от хабизи гечо. В хавчик не забудь еще добавить свое личо. Чези дидок оларо, эмерка шалепка алма, гуду кванахин калха дучу дуй скака. Шаймун балагу геч у дида берцина подруга, теперь не жир речит, а ты в бешен хасия бугу. Ты чё ли смотришь сюда, я тебя не знаю, если будешь докопаться без лопаты. Вообще я тебе так скажу, вот между нами, вот так. На ухо, рэп не очень люблю, но если талантливо, вот плохого не скажу. Любой жанр хорош. Да. Любой жанр, кроме говенного. Вот сейчас умный. Любой жанр, кроме ранних нанайцев. Но поздних любишь. Поздних люблю. А кто поздних не любит? Жалости позднего и меня любят. Слушай, они спустились с тех же гор, что и ты? Нет. Ты с каких спустился? У нас наречия разные, мы тебе скажем. Я как раз хотел попросить тебя перевести. Поскольку менталитет — это модное слово для скудоумных людей. Так, которое заменяет мозги. Да, это у нас один и тот же, а это мой брат сочинил все и смастерил, судя по всему. С большим юмором, подтверждаю твои объективные, конечно, слова. Я вообще юмор секу. Крик, дождь пошел, кирдык, юхладык, эртыне турдук, шарга чыктык. Базарга бардык, алмалар алык, оланы да ашадык, дагы да калкуга минник. Сиз, адамлар нетсиз. Калкуга минип юхламага коймайсыз. Адамлага юхламага коймайсыз. Сиз. Ярлык кетсин. Это он сам мастерил все. Ну, вероятно, да. Не знаю, конечно, мы, наверное, друзья какие-то помогали. Тоже талантливый. Не, ну в смысле, его идея это вот. Ну, я не знаю. Ну, вот так это пришло к нам. А сейчас я хочу обратиться к нашим зрителям. Присылайте свои поделки, свои клипы нам в программу, и они туда обязательно попадут. Может быть, в качестве шита, а может быть и в рубрику «Вот как это должно быть», потому что я знаю, что среди наших зрителей куча талантливых людей. Да, бесспорно. Не вонючая куча, а куча хорошая, могучая кучка, как вот те самые композиторы, фамилии которых я не выговорю, кроме, пожалуй, вот этого Чайковского, которого мы любим не только за это. Ну, ты знаешь, ты понял. Я понял, бразер. Слушай, давай уже пора завязывать, уж у меня такой напор, что пора уже с тобой где-то уединиться. Значит, это была программа «Шит-парад». Я самый лучший ведущий вообще на всем телевидении «Осел». Мой лучший собеседник и лучший на сегодняшний день соведущий Адар Кушанашвили. Спасибо, брат мой. Спасибо за говно. Все, как мы это говорим на нашей программной программе. Чмоки и покеда. Пока.